Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Омар Баркан Аль-Гала. Мужчина необычной красоты. Этот человек завоевал сердца многих людей. Омар родился 23 сентября 1990 года в Багдаде. Но детство провел в Дубае. Его религия – ислам. Мужчина состоит в браке. Некоторое время назад появилась информация о том, что Омара Баркана попросили покинуть Саудовскую Аравию, только потому, что мужчина слишком красив. После этого инцидента о мужчине стали говорить по всему миру, что сделало его очень популярным. Вместе со своей семьей он покинул страну, хотя периодически ее посещает. Омар попал в топ-лист самых красивых мужчин мира. Его рост 186 сантиметров, вес 78 килограмм. Мужчина необычные глаза. Они карие, но очень привлекательные. В 2015 году Омар женился на модельере Ясмин Овейда. Через год у них родился сын, которого назвали Дияб Баркан. У Омара есть брат Айн Баркан, который также является моделью. А вот о родителях Омара практически ничего не известно. Никто они, ничем они занимаются. Омар Баркан – знаменитая на весь мир модель, актер. Свою карьеру моделью начал в 18 лет. Он принимал участие в разных проектах по всему миру, снимался в короткометражных фильмах, стал лицом некоторых брендов. Омар – иранский поэт, пишущий стихи. И это не все его увлечения. Также он отличный фотограф. Он занимается продвижением брендов многих крупных компаний, в числе которых Samsung. На брендинге он заработал свыше 10 миллионов долларов. В своей профессии модели он заработал целое состояние, хотя у него много источников дохода. Омар не только модель, но и предприниматель. У него красивый дом в Дубае, коллекция автомобилей. В ней есть Audi, Lamborghini и другие марки. Хобби Омара Баркана – верховая езда, плавание и фотография. Несмотря на свой загруженный график, для этих увлечений он всегда находит время. Сейчас семья Омара Баркана проживает в Канаде. В этой стране они планируют остаться навсегда. А что думаете вы по поводу внешности Омара Баркана? Действительно ли он так красив? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.